ты моя, не иди. Вообще, да, они такие глубокие, глубокие немножко. Лучше пошире, но по... А, ну тут есть другие, вот такие. Вот эти лучше. Формат. И вот эти. Да, слушайте, они штамповали. Уже их так много, что просто даже не хочется. Я раньше такое все хотела. Сейчас уже как-то не особо. Просто, кстати, такой тут. Ну просто неимоверно. А, вон эксклюзивное сейчас покажу. Вот это. То, что какой-то терьер, типа. То, что мы торбы такие. Это типа популярные породы. Видимо. Шапочка породами, которые популярны. Сейчас же все мопсы, эти французские бульдоги. Цены 5 евро. Отлично. Такие пеленочки какие-то. А, вот это моя любимая. Вот это моя любимая. Наши ошейники, где мы все покупаем. Вот Баси на шее. Ой, такие довольные корги. Так. Такой размер. Размер. Собачка, да? Это Рождество и Новый год в версии. На двойном цацибе. Лица. Вот и сейчас уже вообще есть хочу. Время час. Кто тут возлегает, а? Втихомолку, а? Лисочка останется здесь одна, а я с девочками пойду обедать. Потому что Лиса с тремя собаками, обедать это перебор. А ты у нас сегодня работала, тебе надо отдыхать. Логично? Логично. Че, солнышко светит на нас. Меня. Прелесть погода. В такую погоду не на выставку надо ходить, а гулять. Хотя вам показать вид на эту деревню, где мы сейчас отель сняли. Вот здесь терма, куда я хотела сходить. Но я не могу все успеть. То есть здесь термальные источники. Здесь бассейны всякие, сауны. И здесь же можно жить в отеле. Собака, кстати, здесь тоже принимает. Здесь цена не сильно велика. По-моему, там 120 в день. Что-то такое, двухместный номер. Вот вход.
Вход VIP написано. Прям как в России. Да, это все, это площадь. Сад здесь. Здесь с собаками нельзя. Что-то про собак здесь ничего не сказано. Здесь, наверное, невкусно кормят, мне кажется. Потому что наш ресторан в 2 часа, у него там кухня закрылась, а теперь только вечером откроется. В принципе, я могу здесь запарковаться и пойти поесть здесь. Но я думаю, что здесь вряд ли мне понравится. Вот. Акапулько, это разные у них здесь. Три разных бассейна. Бассейны. На всякие массажи. И всякие для тела. Процедуры. Классический массаж 15 минут, 27.50. 30 минут зарегает сейчас. Пошли есть. Есть такие камеры, у них это не экшн-камера, а у них там есть такая функция, типа человек идет и снимает при ходьбе. То есть вот это вот движение, да, ходьбы не чувствуется на камере. Прям как в Баден-Бадене. Я раньше часто ездила в Баден-Баден, но не на курорт, а потому что там очень большой концертный зал и... Да, все время приезжали очень известные, хорошие оперные певцы. Видите? Кто как ходит. Вон, пошли, он сейчас оштрафуют. Я там стою. Там написано, только 15 минут можно стоять. Бузички мои сидят, ждут. А тут вон ока. А там горы, долины. Аккумулятор разряжается. Класс. Вот так они устают от выставок. Это очень напряженно на выставке ходить. Пузички мои. И я тоже тут могу лечь тут же. На самом деле рядом. Но я смотрю фигурное катание. Финал Гран-при в Марселе. Вот. И потом сейчас я буду мерить. Немножко лапки истерю. Пошла вот сюда к двери. А эта дверь, она открывается очень просто. Так сделает, и все. Сейчас электронный замок, видите? И он не закрывается. Он очень... Короче, она вышла. Раз, прыгнула, открыла дверь. И вышла, и ушла. Так что, если вы заедете в отель, у вас будет вот такой замок. С карточкой, да? Проверяйте или ставьте стул сюда. Потому что собаки, особенно эрдели. Некоторые эрдели, скажем так, очень способны к открыванию дверей. Валяются, лежат. Вот это вино из Штирин. Вчера тоже очень вкусно. Тут вот как. Австрийский. Лиз, ты что, страдаешь? Нет? Не страдаешь? Нет? Смотришь, да? Чувствую, мне нужно будет взять два куска, наверное, с собой. Грызть потом их холодных.
Потому что я это все не одолею. Ну, Мирочка с Басей могут мне помочь. Ну, Алиса тоже обожает кушать.